Привет. Сегодня разберем, почему мистер Бист ужасный человек. Вы могли подумать, что он добрый, богатый, но не черный. Но это не так. Он забирает деньги у обычных людей, чтобы стать богатым. Понял это, когда посмотрел один из его роликов. Также он купил YouTube, чтобы все смотрели только его ролики, а не А4. За это его надо убить. Риви и Марк и А4. Таук по А4. Серега Кобяков Пучка. Он грозит людей убить, разрубить и так далее. Но добрые, простые люди стали против него и начали устранять мистер Зверь. Сначала они продали его дома, потом отправили за ним Сигу. И совсем недавно его сдали в дом престарелых. Мы победили. Пришло время. Влада А4. Да, это был мой план. Всем пока. Ой, всем привет. Меня зовут Влада А4. И сегодня нас челлендж не срать 24 часа.